Я сидела дома с дедушкой. Не пошла в школу, приболела. И тогда ко мне побежала соседка и сказала, что там пожар идет. У меня была паника. Я позвонила пожарникам. Они вызвали сами скорую помощь. Потом я с ней пошла в соседний дом. И тогда был пожар. Черный дым. И там плакал Алихан. Орал, кричал, помогите. Ну, я пыталась открыть дверь, и открылась она. И он плакал, вся в слезах. Я подбежала домой, взяла в руки его, напоила молоком. Приехали пожарные. И тогда Алихан плакал и уснул. Февраля 2015 года показала мужество, как повела себя как спасатель. Произошел пожар, загорание дома. Шло сильное задымление. Ну, люди рядом были, соседи и очевидцы. Мне сказали, что там должен находиться ребенок, маленький ребенок. Во-первых, я думала о Лихане, если бы у меня не было, как он выжил, он бы отрядился в угарного газа. Вот мальчик, его зовут Султангазиев Алихан, ему сейчас 6 лет. Когда я его спасла, ему было 4 годика, он был маленьким, сейчас вырос, на любой класс идет. Тоже шустренький такой же, жив-здоров. Моя дочь в этой ситуации поступила очень хорошо. Это самомышление, самопознание и воспитание. Это на ее месте любой так поступил, потому что там был ребенок. Самое главное, чтобы вытащить с огня, чтобы, как вам сказать, у нее самопознание и в сердце это само пошло. Я горжусь этим. Наша профессия очень сложная, опасная. А это, когда Зинаида совершила такой поступок, я очень был удивлен, тем более ученица 8 класса. 5 июня я въездила в Астану. Меня пригласил министр Касымов. Он наградил меня медалем за героизм. Меня наградили, и сразу же родилась моя сестренка в этот же день. Мне в семье всегда говорили, что помогаю взрослым всем. И вот из-за этого я не думаю, что это мой героический поступок.